Дональд Трамп отказался встречаться с президентом Украины Петром Порошенко на полях Генассамблеи ООН. Как сообщает Foreign Policy, кандидат на пост президента США от республиканской партии получил запрос от украинской администрации. И, как пишет издание, цитата, даже не побеспокоился о том, чтобы направить Киеву ответ на приглашение. Конец цитаты. Журналисты также изучили расписание Трампа и сделали вывод, что он уже улетел в Северную Каролину, у него плотный график, его просто не будет в Нью-Йорке, и он не сможет.